Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик, и сегодня я расскажу вам про маленький такой баг в игре, который позволяет извергать из любой машины кучу пламени, просто огнемет настоящий сделать из машины. Итак, смотрите, я сажусь в машину, и у нас это стандартная тачка без тюнинга. Я жму на газ, и у нас есть вот такая вот просто отстрел. Сегодня я расскажу вам, как этот отстрел сделать бесконечным. Итак, давайте мы эту тачку зарядим. Так, как там ее зарядить? Вот, автоапгрейд прям сразу сделаем, чтобы не париться. Абсолютно все, то есть здесь зарядилось. Опять-таки делаем то же самое. Как видите, отстрелы есть, но они как и были. То есть при каждом переключении передач... Вот, то есть когда он перегазовывает, у нас происходит вот этот самый отстрел. В других случаях ничего такого не происходит. Итак, давайте попробуем на других машинах сделать то же самое. Вот эта тачка с прокачанным выхлопом и с прокачанным движком. Здесь больше этого, ну кроме этого, ничего другого не сделано. Тоже есть отстрел. Вот эта тачка у нас, ну она тоже такая заряженная, причем она в стоке заряженная. Сейчас попробуем с вами какую-нибудь еще любую зарядить. Вот, как видите, у всех отстрел одиночный. Но, ребята, сейчас я вам покажу, смотрите что. Мы садимся опять-таки в эту тачку. И... одиночный отстрел. А теперь, смотрите, настоящий просто огнемет. Просто настоящий огнемет фигачит. И такое сделать можно почти на любой машине. Так, давайте на этой попробуем. Вот у нас тем более выхлоп здесь сбоку. Да, смотрите. Вот он, выхлоп наш, прямо фигачит жестко. Как видите, просто фигачит постоянно огонь. Соответственно, давайте то же самое сделаем сейчас на этой машине. Никаких модов, ничего не нужно. Все настолько элементарно, что просто пипец. Итак. Вот оно, ребята. Вот оно как работает. Ну и как же это сделать вам? Да очень просто. Вам нужно зажать пробел, то есть ручной тормоз. Нажать кнопку «назад». Вот видите, загораются фонари заднего хода. Мы нажимаем назад и теперь жмем газ. Вперед. То есть мы нажимаем третью кнопку. Две у нас горят, мы нажимаем... Две нажаты, вернее, нажимаем третью. И все. И когда мы нажимаем, происходит отстрел. При каждом нажатии. Я думаю, вам даже слышно, как я нажимаю. Вот так вот. Это работает везде. Это работает в онлайне, это работает в офлайне, абсолютно везде. Главное, чтобы тачка была прокачана. Естественно, на стандартной машине такое работать не будет. Так, а это у нас что за машина? А, это у нас точно такая же, как и та. Можно попробовать еще любую другую рандомную. Вот, допустим, вот там, видите, машина стоит. Сейчас попробуем ее угнать и посмотреть, у нее такое будет работать или нет. Тем более, что здесь, как видите, она тоже тюнинговая. Причем стоково тюнингованная. Ну, то есть не мной, а самой игрой. Так. У нее нет почему-то отстрела изначально. Да, просто нет отстрела у нее, хотя... Так, попробуем сейчас мы ее немножечко... Немножечко прокачать. Посмотрим, появился ли отстрел. Да, появился отстрел, и это значит, что мы с вами можем делать вот такие вот вещи замечательные. Просто бесконечный огонь, ребят. Вот такие дела. Я надеюсь, это видео было для вас полезным или, по крайней мере, интересным. Так что обязательно поддержите его лайками. Скидывайте своему другу, пускай он тоже узнает эту фишку. Если знали об этом уже, то ставьте лайк. Если не знали, то обязательно ставьте лайк. Ну и все на этом. С вами был Механик, и всем пока.